Ты не сможешь его убить. И отец твой не смог бы. Он заговоренный. Мне не нужна его жизнь. Все будет хорошо. Среди белого дня? Днем все люди в городе. А ночью свет от машин далеко видно. Зачем на след наводить? Тебя прозвали Баро. Когда тебе было 12, тогда это имя ты заслуживал больше. А сейчас не знаю, как тебя назвать. Поглупел. Жизнь покажет. Когда устроюсь, вызову тебя. Будем жить вместе. А сейчас помолись за меня, Зимбала. Иди. Здравствуй, Сатар. Здравствуй. Что скажешь? Ты просил Беху, и я достал. Даже с ключами. А почему пешком? Стоит в сарае. Кто-то начал стучать ментам, Гузгана неспроста повязали. Не хочу лишний раз мелькать на новой машине. Ладно, пойдем. Люди поговаривают, что ты стал часто смотреть на мою жену. Рада, красивая женщина. Такой человек, как ты, должен иметь красивую жену. Добрый день. Добрый день. Главное, не забывай, что это чужая жена. Услышу от кого еще раз или сам что замечу, буду учить уважению. Я уважаю тебя, Сатар. Надеюсь. Ты приносишь много денег, жалко будет тебя убивать. Я уважаю тебя, Сатар. Я нашел лучшую машину, какая была на ходу зверь. Посмотрим. Рада! Рада!
Рада! Рада! Рада! Где твои вещи? В багажнике, ключи в замке, скорее. Догонит. Он черт, он все может. У меня в райцентре Нива спрятана. Машину поменяем, не найдет. Я с тобой, мне ничего не страшно. Я люблю тебя. И я тебя, моя радость. Смотри туда. Я его убил. Нет, он заговоренный. Номер снял. Денег содрали раза в три больше. Наверное, потому что цыган. Ничего. Очень спать хочется. И умыться. Пошли. Ничего. О! Так называемое движение за освобождение Дельфинигер уже не первый год требует передать под свой контроль управление нефтяными скважинами на юге страны. На счету движения по меньшей мере 24 погибших охранника и десятки похищенных сотрудников нефтяных компаний. Действия повстанцев в последние месяцы привели к снижению общего экспорта нефти из Нигерии на 25% и стали одной из причин резкого... Спасибо, друг. Эй, русский, ты бы не выступал. Всех подставляешь. Что, до сих пор не понял, что ли? Они все равно из нас никого живых не отпустят. Или, может быть, ты считаешь, что твое правительство ценит твою шкуру в 10 миллионов долларов, а? Идут переговоры. И не требуй мешать. Мудак ты, братишка. Голову не жалко. Могу еще добавить? Давай. Давай. Давай, 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 давай! Добавлю! Who is screamed? I screamed. Who don't you like, bastard? А, придурок? Stand up! Как же ты меня задолбал.
Все, мы покойники. Покойниками вы будете, если здесь останетесь, ясно? Когти надо рвать. Кто со мной? Ну и хер с вами. Свистишь, у тебя в глазах счетчик тикает. Для хорошего человека счетчик можно и подкрутить. Куда ехать-то? Да не знаю, я в Питере 100 лет не был. Поехали в центр, там разберемся. Поехали. Городище, а, Питер, мать его, идти. Насмотрелся? Теперь куда? Знаешь что, у банка останови. Вон, видишь? Угу. Ага. Посиди. Угу. Что, погнали? Погнали. Моряк? Я? Нефтяник. После армии дружок под шабашки предложил. Так и понесло, закрутило. Азия, Сахалин, Норвегия, Африка, в общем… Давно дома не был? Я-то лет 15. А сам откуда? Из деревни. Почти у самой границы живу. О, смотри. Братишка, классная у тебя тачка. Тачка классная. Видал жлоба, а? Прикид у тебя не тот. Чё? Прикид не тот, говорю. Ну, поехали, прибарахлимся. Мотоцикл тоже? В первую очередь. И знаешь что? И с правами нужно что-нибудь придумать. Сможешь? Это Питер. Здесь можно все, если финансы позволяют. А ты постарайся, братан, постарайся. И значит, и паспортишко нужно достать. А тут болтаю с какой-то нигерийской картонкой. Ну ты даешь. Тогда начнем с фото. Бриться будешь? Нет, бриться пока не буду. Нужно будет доехать до дома своим похвастаться. А ты что, зря тращил, что ли? Что-нибудь еще надо? Ну, чего тут у нас? Держи, борода. За срочность пришлось сверху штуку дать. Да фиг с ним. Паспорт с пропиской в Кронштадте. Это, считай, ага. Питер. Да. Права на мотоцикл, права на легковую. Ага. С военным не получилось. Человек в отъезде, а к чужому не сунешься. Да ладно. Подожди, а это что такое, а? Что? Вот это что такое? Я же Шорохов. Я же тебе 2 раза написал. Шорохов. Да? Вот, блин, кто-то перепутал. Ты уже по всем базам числишься. А по-новому делать геморрой. И чё я сегодня такой добрый, а? Буду Порохов. Хрен с ним. Мне бы домой побыстрее добраться, там разберемся. Ты в салон звонил? Позвонил. Ну вот она, сбылась мечта идиота, а? Со школы мечтал. А это сидельные сумки. Подарок вам от салона. Ну чё, Новый год прямо задарили. Новая жизнь. Куда теперь?
Как куда? Домой, к морю. Тут недалеко, километров 200. Рядом с границей совсем. Давай, братан. Удачи. Давай. Сегодня все. Рано еще. Человек обещал прийти. Документы готовы. Ну что ты, как ребенок? Извините, не помешаю? Не помешайте. Спасибо, хотел сказать. За душу вы меня взяли, ребятки. И молоды вроде, как ладно у вас выходит. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Меня зовут Семен. Семен Мамонтов. Я врач в здешней больнице. Не дай бог, что случится, всегда к вашим услугам. Да вроде здорово еще. Рада. Очень приятно. Баро. Баро? О, это вроде как у цыган главный, старший. Барон. Не слишком молод. Меня так в шутку прозвали. Пацаном еще. Да так и прижилось. Нравится. Всю жизнь мечтала о таком перстне. Вот мечта и сбылась. Счастлив, что тебе нравится. Стой! Рада,
Радочка, любимая, любимая. Я люблю тебя. Любимая. Ничего, ничего. Где училась? Везде, где работала. И еще что умеешь? Под разную музыку и танцы разные будут. Что, значит, берете? Месяц? Больше не могу. Да тут почти все девчонки на сезон приезжают. Гарик, я свободен. Ладно, ты мне нравишься. Как тебя? Настя. А я Игорь Геннадьевич. Платим за количество выходов за вечер. Чаевые все твои. Девчонки иногда отстегивают охране, чтобы спокойно себя чувствовать. Итак, прикроюсь, если что. Заведение-то у нас солидное, но традиция. Приват в отдельной кабине по особой цене. Я не танцую приват. С принципами? Это хорошо. До вечера много времени. Поехали покатаемся? Нет, спасибо. Мне домой надо. Со мной обычно не спорят. Поехали, не обижу. Считай бонус за хороший танец. Спасибо. Не за что. Стартуем. Отдыхать. Куда? До поворота на Семеновскую. Легко. Ничего, тёлка. Мог бы и нас с собой взять. Мы что, куда-то торопимся? А что, нет? Тогда притормозим где-нибудь. Я еще не обедал. Спасибо, не хочу. Да брось. Тут есть неподалеку местечко одно хорошее. Спасибо, не хочу. Смотрите, гаишники впереди. Может, притормозить? Они меня тогда уважать перестанут. О, блин. Что такое? Все нормально. Пап, ну что за дела? Чуть не сбил. Ты что? Добавить? Это и пап, я не понимаю. Ты зачем с Арсеном встречался? Да ничего я не встречался. Я зачем тебе клуб купил? Чтоб ты делом занимался. Чтоб ты понял, что такое бизнес. Деньги научился зарабатывать. Чтоб ты человеком был. Да стал я человеком, стал. Ты пойми, на меня сейчас все смотрят. Тут за кресло мэра такая драка начинается. Враги за любое место цепляются. За любую мою слабость. Угу. Эмиссары из Москвы летают. Я практически в самолетах ночую. Ты ж понимаешь. Понимаю. Хрен ты понимаешь. Ты зачем машину взял мою? Моя в ремонте. Угу. Где фару разбил? Да ничего я не бил. Так все и было. Так и было. У тебя с детства любимая фраза «так и было». Ты меня не слушаешь? Слушаю. Если я в твоем клубе узнаю про наркотики, я тебя собственными руками задушу. Ты понял? Понял. Ничего, что я вас обхватила так, мне страшно просто. Первый раз на мотоцикле еду. По чинам. Держитесь как удобно, мне даже приятно. Приставать не будете потом? Чего?
приставать потом не будете? Как скажете. Ну, вы мне понравились. Замуж за меня пойдете? Что так сразу? Ну, а чего тянуть-то, а? Мне кажется, что мне уже пора остепениться и завести семью. Так вам куда? В Семеновскую, да? Да, на раскопки в лагерь. А там что, еще копают? А вы что, археолог, да? Студентка на практике. Понятно. Слушайте, если пить хотите, там сзади в сумке пару банок есть. Ага. Вы что, инкассатор, с собой столько денег возите? Нет, это моя зарплата за 10 лет. У нас в деревне банкомата нет, так что пришлось с карточки все сразу снять. А вы мне нравитесь. Алексей. Настя. Ну что, может быть, по чашке кофе за знакомство? С удовольствием. Ну ты иди в кафе, закажи кофейку, а я пойду пока шашлычка возьму. Здорово. Здравствуйте. Это что, у тебя свинина, баранина, а? Да, свинина. Подруга, так дела не делаются. Пусти, пошли. Пусти меня! Эй, ты что, охренел, что ли? Руки убери от меня! Эмин, ты что там сидим-то? Блин, это ж сын Лазарева, ну ты дура. Тварь, понял? Ты сука! Мужики, успокойся, труп, сумка, пока я его не спорю. Да иди отсюда, блин! Документы! Какие документы? Ты мои труп, документы, понял? Блин! Ты что ты орешь-то? Иди отсюда! Документы, труп, блин! Да тихо, тихо! Документы! На! Ты труп, понял? Пошел! Игорь Геннадьевич! Игорь Геннадьевич! Игорь Геннадьевич! Да ну нахрен! Игорь Геннадьевич, да ну нахрен убьете нам расклёвывать! Подон! Твари, блин! Подъем, байкер сраный, блин! Шагай! Шагай, карета подана, залазь! Что пишут? Бред. Предвыборные тезисы из Москвы прислали. Будто идиоты писали. Притормози. Можно здесь. Здесь так здесь. Сворачивай. Первый второму. Второй слушает. Ждать на трассе. Перекрыть въезд на грунтовку. Мы в лесок на пару минут. Вас понял. Первый отъезжаем. Господин Рогов, кто это устроил, а? Кто это устроил? Сам виноват. Ну, подыши, подыши. Воды. Дай воды. Зачем тебе воды? Переводить в воду. Сейчас сам подохнешь. Вы этого не сделаете. Почему? Мишке-то твоему шефу могли представиться, а тебе подавно поможем. Я знал. Знал, что это вы. Михаил Афанасьевича всегда все сердце в порядке было. Не так. Совсем не так. Это ты нанял людишек, чтобы они Мишку отравили. Мишку, понял? Ты. Они отравили. А потом, чтобы себя обезопасить, тебя завалили. Понял? Не я, а они, эти твои людишки. Вот. Понял? Следствие во всем разберется. И про яд, и про тебя. Сволочь ты, Геннадий Анатольевич. Ой, сволочь. Больной? Сволочь? Я сволочь? Я с Мишкой 20 лет работал.
Он меня другом называл, а потом меня решил подставить. Тварь, а ты ему помогал. Еще не родился тот человек, который на Лазаря руку поднял. И жив остался. Понял? Дай. Я все равно на Мишкино кресло сяду. Через месяц сяду. Понял? Город был подо мной, а теперь он будет подо мной по закону. Получи! Тварь. Так, помоги Филиппову раскрыть убийство. Найти труп и наказать убийцу. Ствол. Борьба с преступностью должна быть на высоте. Да. Товарищ подполковник, драка у загородного кафе, сопротивление при задержании. Свободно. Есть. Алло, это я. Да. У меня тут есть кое-что. Говори. Питерский? Область? Что за человек вообще? Ладно, скоро подскочу. У цыгана документы наверняка липовые. А у этого питерского что-то больно новенький паспорт. И права выписаны тем же числом. Совсем обнаглели. Мотоцикл где? Без мотоцикла доставили. Кто доставил? Черко, Малышев. Знакомые орлы. Короче, по оперативной информации, эти двое причастны к убийству мэра и его заместителя Рогова. Рогова убили? Когда? Сегодня днем, недалеко от трассы. Значит, завтра позвонит доброжелатель. Скажет, где находится тело. Я в это не играю, Борис Сергеевич. Слышь, мент, ты что, из лодки хочешь выпрыгнуть? Сейчас на кону слишком большой кусок, а грехов за тобой слишком много. Это убийство, Боря. Убийство. Нашлись сволочи, которые подняли руку на главу города. Убийство громкое. Раскрыть надо красиво. До приезда разного рода там комиссий. Раскрыть. И тень с города снять. Орден получить. И звезду на погоны. Ты пойми, ведь 9 дней только прошло, как мэра Михаила Фанасьевича похоронили. Теперь Рогова. Цепочка, понимаешь? Ну, цепочка, да, товарищ подполковник. Эти двое задержаны. Их нанял Рогов, чтобы они траванули нашего мэра. Рогова тоже отравили? Убили. Ствол должны найти в лесу. Рядом с трупом Рогова. На рукоятке должны быть отпечатки пальцев мотоциклиста. Каким образом? В руку вложить, пока труп не остыл. Чё-то я не понимаю. Ты все понимаешь, Филя. Твои ребята должны пристрелить цыгана и мотоциклиста при попытке к бегству. Сегодня же. Совсем обнаглели, твари! Слышь, ты не знаешь, кто у них тут старше, а? Эй, братишка! Эй, тебе плохо, что ли? Братишка! Эй, кто-нибудь! В больницу позвоните! Эй, алло, ты что, успокойся, а? Позвоните в больницу! Завтра поедете вдвоем в Семеновскую, разыщите ее. Мне позвоните, разговаривать сам с ней буду. Да сделаем, Джо. Ну чего? Давайте. Там Медведев подошел. Ему-то чего?
Сидеть! Игорь Геннадьевич, от Харлея придется избавиться. Не понял. Объясняю. Парень, которого трамбанули, оказался киллером. Долго рассказывает. В общем, не надо, чтобы он был у вас. Слышал, Кадав? Ты своим псам указываешь, что делать. Никакого парня я не знаю. Мотоцикл мне ребята подогнали. Такого на всем побережье нет. Еще вопросы? Где хамство научился? У Арсена? Я так и знал, что это ты про меня отцу настучал. Поменьше бы смотрел в мою сторону, а то вряд ли отец обрадуется, что ты кругалями вокруг Викули ходишь. Да ты бредишь, сопля. Да это ты ему скажешь. И не следи больше за мной. Понял? Рассержусь. Помяни моего сына, Геннадий. Царство небесное, Миш. За что же его, Геннадий? Чего он дурного людям сделал? Ведь только добра и хотел. Да, кому ты дорогу перешел? Кому? А это мы найдем, Афанасий Иванович. Найдем и накажем. Наказывай, не наказывай, все равно Мишку не вернуть. Сам-то как? Сказывают, рвешься на Мишкино место. Рвусь, Афанасий Иванович. Хочу в городе порядок навести. Хотя бы в память вашего сына. Вон сегодня нашли его зама мертвым в лесу. Рогова тоже убили. Господи Иисусе, что же это делается? Борьба за место под солнцем. Смотри, Геннадий, опасное дело быть под солнцем, как бы не сгорел. Не сгорю. Кое-какой зонтик уже приобрел. Афанасий Иванович, ты возьми, чем могу. Негоже, Геннадий, деньги за память давать, вроде как откупаешься. Алло, малой, зайди. Входи. Звони Арсену, скажи, я согласен. Так он бабки сразу захочет. Будут ему сразу. Понял. Жди за дверью. Так, точно. Присаживайся. Есть разговор. Не знаю даже, как сказать. Ну, вы прямо скажите, а понятливо. Ну, тогда прикинь. Ты кому так насолить успел, что тебя валить решили? Валить? Валить. В смысле? Поговоришь, понятливый. Давно приехал? Да я в город-то въехать не успел. Меня у кафе взяли. Да я не сделал ничего особенного, просто девчонка заступился. Это все лирика. Короче, есть тут серьезные мужики. Приказано тебя отпустить. И соседа твоего по камере тоже. Но уйти вам далеко не удастся. Имею информацию. Будут вас валить. Это за что? Ну, это ты со своими разбирайся. Мне это дерьмо сильно не нравится, потому и предупреждаю. Мне год до пенсии остался. Хочу спать спокойно. Понял? Да не понял я ничего, я... Минут через 30 вас цыганам отпустят, отдадут документы. Выйдите на крыльцо, рви когти, что есть силы. Духу хватит, можете УАЗик патрульный взять. Справа у выхода стоит, ключи обычно в замке. Мне легче за побег отчитаться, чем за жмуриков. Ты запомни, я тебе ничего не говорил. Малышев, верни клиента на место. Стоять!
Руки за спину. Да, чуть не забыл. Цыгану скажи, жена его в больнице померла. Слышь, братишка, есть две новости. И обе паршивые. Менты получили приказ нас валить. Их старший подставляться не хочет, предупредил. Поэтому надо думать, как выкручиваться. Мою жену сбила машина. Темно-зеленый джип, номер 37. Я ментам позвонил, сразу приехали и в камеру кинули. Гадать не надо, в машине кто-то крутой был, замять хотят. Ладно, вот еще что. Только уж извини, помягче не получится. Твоя жена умерла в больнице, только что подполковник сказал. Я знаю. У меня днем сердце остановилось. Подожди. Темно-зеленый джип, кенгурятник там. Фара разбита, как будто человека сбили. Я видел этого урода. Кто? Скажи, кто? Я не знаю, кто он. Я сам сюда из-за него подсел. Но, по-моему, я знаю, как его найти. Как? Да подожди, надо сначала отсюда выбраться, а потом уже все остальное. В общем, смотри. Начальник сказал, что около входа справа милицейский УАЗик стоит. Там эти ключи все время в замке торчат. Но если в спину шмалять начнут, можем не успеть. Сидите, черножопые. Ждать нельзя. Разрешите, товарищ подполковник. Стрелять не разучились? Обижаете. Я не говорил, вы не слышали. Питерского с цыганом будем отпускать. Сейчас. Предъявлять им нечего. Будете ждать на выходе. Пугнуть, чтобы побежали. И открыть огонь. Завалите обоих премией от Медведева. А если обнаружатся доказательства их причастности к убийству мэра, а они обнаружатся, будете награждены. Вопросы. Что, вот так просто взять и завалить? Их же типа официально отпустят. Неофициально оформим попытку бегства. Что, теперь куда? В больницу с женой. Вы беглецов ищите, товарищ подполковник. Пока они со стволом вашего сотрудника бед не наделали. Хорошо? Об остальном потом поговорим. Ее уже должны были перевести в морг. Пошли. Только не бей там никого, пожалуйста, люди не виноваты. Слышишь? Слышу. Да, да, Егорка, ну ты летатель. Женщина молодая, цыганка, сегодня умерла. Ну, пошли. Присмотри тут. Хорошо. Что это значит, молодой человек?
Простите, доктор, пока занят. Серьезно? Да. А вы, стало быть, крайне в очереди? Да, за мной будете. Что вы несете, молодой человек? Это морг. Имейте уважение. Вы кто вообще? Я теперь уже и сам не знаю, кто я. Ну что, охрану вызвать? Не надо, доктор, у них же, наверное, дети есть. Стойте! Простите, доктор, придется немного подождать. Уберите вашу железку, молодой человек. Если бы вы знали, что такое оперировать под обстрелом... Это вы? Мне очень жаль, я сделал, что мог, но... Я знаю. Убери. Вас отпустили или... Спасибо за все, доктор. Мы пойдем. Кстати, ваша машина до сих пор там стоит. Аркадьевич! Наливай, Юра, я сейчас. Пойдемте, я провожу вас. Цыган, цыган, что-то вертится в голове. Девушка у него в больнице. Парень очень сильно переживал по этому поводу. О, ну-ка по машинам. Девушка, молодая, цыганка. Кто-нибудь приходил? Была одна. Других нет, забрали. Кто забрал? Да сейчас только двое. Быстрее. Они где-то здесь. Это что такое? Почему посторонние на территории? Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Моя фамилия Медведев. Я уже к вам приходил. Я работаю у Лазарева. Возможно, и что? Только что отсюда сбежали двое преступников. Не уверен. Но предположим, и что? Если были, значит, теперь нет. К тому же, как я понимаю, к милиции вы не имеете никакого отношения. Попрошу покинуть территорию. Доктор, зря вы так. Между прочим, из вашего морга трупы выносят. Все вопросы завтра днем. В установленном порядке. Доктор, не лезли бы вы не в свое дело. Вон отсюда. Первый. Всем группам срочно выдвинуться к городской больнице. Клиенты где-то здесь. Налито, Юра. Обижаешь, Аркадьевич. Ну так пошли. Это что, отель 5 звезд? Мы с Радой здесь жили. Да, нужна серьезная причина, чтобы здесь заховаться. Thank you.
Прошу вас, Борис Сергеевич. Здравствуйте, Геннадий Анатольевич. Иди к Вике в бильярдную. Сейчас освобожусь, закончу разговор и подойду. Хорошо. Да, значит так, хорошо. Через 2-3 дня я к тебе приеду. Нет, ты меня неправильно понял. О, Боже. Котик мой. Ты что, с ума сошла? Могут же... Плевать, может, я не на то способна, чтобы ты получше охранял моего дорогого мужа. Не, Маша, не. 2 кофе, пожалуйста. Ну, быстрее. Ну, чего ты боишься? Ты же офицер. Этот урод ни о чем, кроме кресла мэра, думать не может. Значит, поверь, как только он узнает про нас, он будет думать о другом, и жить нам останется не больше суток. Это так романтично. Ты не находишь, что риск обостряет чувства? Обостряет. Но можно порезаться. Гарик вчера сказал, что знает про нас и готов заложить. Вот гаденыш. Все. Борь, он блефует. У него нет фактов. Не перезвоню. Ку-ку, котик. А ты почему не пришел поиграть со мной в бильярд? Дела. Сплошные дела, детка. Да еще бумагами загрузили по самое некуда из Москвы. Ну ничего, Боря, будем работать, правда? Да, только кофе допью. Ну и целуйтесь-то со своими делами, вы такие скучные. Хорошо. Ступай, ступай. А ты что, сам не в себе сегодня, а? Есть информация. Но? Милиция задержала подозреваемых по делу убийства мэра и его заместителя. Оперативно, молодцы. Молодцы, да не очень. Упустили. То есть? Напали на дежурного, отобрали оружие и сбежали. Найти. Что, разучились ловить, что ли? Перекрыть все выходы, дать обращение по телевидению, в газетах. Пусть общество знает, что Мишка перешел дорогу с серьезным бандитом, они его и убрали. Или мне тебе замену искать? Геннадий Анатольевич. У одного из убийц был мотоцикл. Хороший мотоцикл. Марки Харлей. Его, извините, ваш сын забрал. Как забрал? Он все забирает, что ему нравится. И напали на дежурного по РУВД. Отобрали пистолет и угнали машину патрульно-постовой службы. Задерживались в связи с подозрением в причастности к убийству мэра города. Маро! И его заместитель. Проснись! Труп которого... Посмотри, очень увлекательно. По заключению судмедэкспертизы, бывший заместитель мэра города... Что это? А это наша с тобой рожа. И на них любуется весь район. А может быть, даже вся область. А может быть, даже вся страна. Поздравляю вас, сударь, мы в розыске. Ну? Что ну? Кто-то завалил местного мэра и его заместителя. И нас теперь пытаются повесить это дело. Мне нужно найти того, кто убил мою жену. И что дальше? Не знаю. А я знаю. Будешь в вечном розыске. Мне все равно. А мне не все равно. Мне надоело по миру скитаться. Мне хочется... в доме своем пожить по-человечески, хоть раз в жизни. Понимаешь, там эти козлы забрали у меня мотоцикл, а в сумках седельных были деньги, которые на дом копил 15 лет. Понимаешь? И мне сдается, что это сделали те же уроды, которые сбили твою жену. Отнимем. Помогу. Спасибо. Кто в город пойдет? Ну, у тебя морда приметная, значит, я пойду. У тебя тоже приметная. Да, действительно. С такой метлой. Есть бритва? Найдем. Клава, беда! Клава, беда! Чего? Беда, Клава. О, Господи! Нюр, ну не тяни, говори ты толком. Мне сейчас плохо станет. Живой? Живой. Живой. Садись. 2-го года рождения. Уроженец Ленинградской области.
Преступники вооружены и очень опасны. Если вы видели где-нибудь этих людей, просим срочно сообщить в ближайшее отделение милиции или по телефонам, указанным на экране. Повторяем экстренное сообщение. По заключению судмедэкспертизы... Ты чего, Клавдия? Ой, я ничего не понимаю. Почему Порохов? Какой Порохов? Почему Кронштадт? Так они это перепутали все. И не Лёшка это вовсе. Не Лёшка. Здравствуй, Арсен. Здравствуй, Борис Сергеевич. Хозяин послал или самому что нужно? Я человек служивый. Что хозяину надо, то и мне. Мудро. Может, ко мне пойдешь? Мне такие нужны. Это будет не мудро. Как знаешь. У меня просьба к тебе, Арсен. Твоя или хозяина? Просьба моя, дело общее. У Филиппова вчера сбежали два парнишки. Очень они мне нужны, Арсен. У меня их нет. У тебя есть люди. У людей есть уши, глаза. Моих людей на поиски не хватает. Менты землю роют, но их способности ты знаешь. Пошепчи со своими ребятами. Может, кто что слышал, видел. Я в долгу не останусь. Премиальные будут хорошие. Дожили. Мне, Арсену, бывший мент, премиальные выписывает. А ты подумал, что обо мне люди скажут? Это головы может стоить. Да цела будет твоя голова. Люди скажут: умный Арсен. Всех заставил под свою дудочку плясать. Даже мэра. Ну, Лазарь пока еще не мэр. А что, у кого-то есть сомнения? Большинство депутатов у нас в кармане. Газеты куплены. Телеканалы свои. Народ не против. Сам посчитай свои выгоды. Только... твой хозяин к моему бизнесу очень плохо относится. Не верю, что он со мной захочет подружиться. Он за сына напрягается. Ты его клуб не трогай. Все остальное твое. Оно и так все мое. Ничего не скажу. Подумаю, хорошо? Ну что, новости есть? Не-а. Никто из пацанов про этих ничего не слыхал, левые какие-то. Были бы местные, не было бы проблем. У нас что? Гарик Арсену стрелку забил на сегодня. Гарик хочет партию взять на пробу. Гаденыш. Где и во сколько? Вроде в 9, а место Арсен сообщит позже. Позвонит. Учись, Штирлиц. Конспирация наука... очень хитрая. Угу. Узнаешь про место, киданешь смс-ку, понял? А это зачем? Пиво купишь. Спросят, где был. Скажешь, ходил за пивом. А, усёк. Ну иди. Да, да. Ну иди, иди. Вечером жду информацию. А? Никто работает. Значит, слушаем внимательно. Это бандиты. Если увидите, сразу звоните в милицию. Все понятно? Дед. А? Вот этих видел сегодня? Нет, начальник. Бандиты? Увидишь, скажи. А я думаю, кого это вы с утра пораньше ловите? Страшные морды. Террористы, что ли? И бандиты, и террористы. И все в одном флаконе. Если что, сразу звони. Родина тебя не забудет. Здорово, дед. О. Че, менты тормознули? Батюшки, террористы. Алексей! Тихо, успокойся. Слышь, дед, вывези меня отсюда. Если меня сейчас менты засекут, шмонать начнут по полной программе. Да мне хотя бы пенсию получить. Потом получишь.
Ну и шкодливый ты, Алёха. Где ты успел набедокурить? Потом расскажу, дед. Мне сейчас Семеновскую нужно. Послушай, ты не знаешь, на КПП менты шерстят? Ну, не то слово. Крепко ты их, видать, рассердил. Чем же все-таки ты рассердил ментов? Да было дело. Ехал бы ты домой, Алексей, пожалел бы мать. Поеду, обязательно поеду. Может быть, даже сегодня доберусь, если успею. Просто понимаешь, вопросов очень много накопилось, надо бы разобраться. А моего сынка, Михаила Афанасьевича, того, что? Разве не слыхал? Что того? Убили. Недавно 9 дней отметил. Как-то убили, кто? А кто знает? Лихие люди. Может, даже те, что тебя ловят. Ладно, Афанасий Иванович, разберемся. Слышь, Афанасий Иванович, ты где-нибудь здесь останови, а? Приспичило, что ли? Да нет, просто перед постом останови, а дальше как-нибудь сам. Проскочим, у деда на посту все схвачено. Не, Иванович, я дальше на своих двоих, а? А ты знаешь, что я матери телеграмму отправил, а ты на словах ей передай, что, мол, жив, здоров, что все в порядке, и самое главное, пускай ничему не верит. Вот. Посмотрите, Сергей Андреевич. Настя. Привет. Копайся, Шура, копайся, они золотые. Настя, что так смотришь? Это я побрился. Леша, ну ты даешь. Что, ты испугалась или обрадовалась? Ну, сейчас обрадовалась. Тогда испугалась. Все обошлось? Ну да. Слушай, ну и сволочь же этот Гарик. Милиция ему даже слова не сказала. Они там все повязаны, что ли? Слушай, тебя не расстреляют, если мы с тобой минут на 5 отойдем, а? Мне с тобой поговорить очень нужно. Не расстреляют. Пойдем? Пойдем. Погуляй, Буч, я скоро. Сергей Андреевич, на минутку отойду. Угу. Ну, как ты меня нашел? Сердце приказало. А если серьезно? Ну, ты же сама сказала, что будешь на раскопах, на практике. А, точно. Извини меня за то, что я тогда сбежала. Просто мне стало страшно. Ну, правильно сделала, что сбежала. Иди. Ой, а тебя освободили? Ну, можно сказать и так. Послушай, а вы здесь это, телевизор смотрите? Ну, зачем? Он в городе надоедает. У нас тут плеер есть, кино на дисках смотрим. Вообще так больше у костра с гитарой. Знаешь, если вдруг случайно увидишь меня по телевизору, ты не пугайся, главное, не верь ничему, ладно? Ты-то о чем? Ну, понимаешь, меня, как тебе сказать, не совсем отпустили, я сбежал. А эти потом там придумали всякого разного. Кто это? Приятели Гарика. Леш, ты бы шел отсюда, а? А зачем? Они же меня не знают. А я женщину бросать в беде не привык. Ты же не очень хочешь с ними общаться? Видимо, придется. Здорово, красавица. Чего так спряталась от нас? Слушаю вас. А чего так грозно? Тебя шеф попросил приехать. Он берет тебя на работу. Безопасность гарантирует. Вот, туда-обратно машина привезет. Бабки нормальные. В общем, ты не врубаешься, но у нас такого вообще не было никогда. Круто, а у вашего шефа для меня работки не найдется, мужик, а? Ты кто такой? Я? Я охранник. Охраняю тут. Так вот, охраняй молча. И вообще, отвали отсюда. Че, не видишь, люди разговаривают? Действительно. Так, я вашему шефу уже все сказала. Он не умеет себя вести. Коза, ты кто такая вообще? Да погоди ты, рыба. Погоди, не кипишуй. Ты на него внимания не обращай. Он у нас в детстве падал часто. Вот, наше дело тебя найти. Дальше разбирайся сама. Я не собираюсь. Ты чего? Хочешь, чтобы шеф сюда сам приехал? Поговорил с твоим начальством? Чтоб твои археологи знали, чем ты там подрабатываешь? Слушай, ты! Я-то тут вообще при чем? Да мне вообще дела нет.
На, разговаривай с ним сама. Алло, Гарик, вот, мы нашли того, кого ты просил, но нам не верят. Да, да, даю трубочку. Алло. Мужики, сигаретки не найдется, а? Не понял. Ты чё, мужик, нарываешься, что ли? Тебе чё надо, фраер? Ну чё, чё, чё и всем бабок. Дашь на бутылку, я эту тёлку махом уболтаю. Я для каждой бабы заветное слово знаю. Ну смотри. Если не сделаешь, сожрать заставлю. Не ссы, братан. Фокус-покус. Значит так, я понимаю. Ну и... Ну что, ну ждем? Попробую поверить, но если что, это был последний раз. Наш шеф не подведет. Ты к 10, выходи к перекрестку, чтобы мы тут в темноте не шарили. Окей? Что? Ну, короче, все. Арсен позвонил. Но? Ну, через 2 часа в старой угольной гавани. Та, что в конце причала. Говорит, бабки взять. Рыба где? В зале ждет. Прикинь, у меня тема была. Я захожу в кабак, говорю, мне того, того и того. А он мне... Ты че кипишуешь? Да Арсен стрелку забил. Через 2 часа в старой угольной гавани. Надо еще пацанов подтянуть. Алло, Гриня? Здорово, это Малой. Короче, бери питона, лавруху, идуйте сюда. Нам Арсен стрелу забил. Да, 8 часов в старой угольной гавани. Все, бывай. Берешь лавруху и туда. Будете на подстраховке. Короче, стоите чуть за мной и глядите в оба. Я что, неясно сказал? Туда! Значит, стоите, глядите за Арсеном. Зачем пацанам такие игрушки в руки даешь? Они ж как дети. Или сами поранятся, или кого другого поранят. Что с ребятами? Нормально все с твоими пацанами. На первый раз прощаю. По малолетству и недостатку опыта. Деньги где? Товар где? Туда посвети. Рыба? Надеюсь, товар нормальный. Попробуй, узнаешь. Звони, если что. Рад тебя видеть, дорогой. Не знал бы тебя, Арсен. Подумал бы, что это правда, ей-богу. А говорил один. Значит, забирай свой детсад и покурите там, в сторонке. Я не понял. Я не прошу тебя понимать. Делай, как я сказал. Свободны. Лазарю это не понравится. Не путай проститутку с сестрой. У вас своя свадьба, у меня своя. Никто никому не указчик. Детенка никто за язык не тянул. Да ему уже и не 10 лет.
Сделка состоялась. Это деньги одного парня, Арсен, он придет за ними. Не того ли, кого ты ищешь? Рад, что мы понимаем друг друга. Скажешь отцу про меня, я скажу про тебя. Разберемся по ходу. Кота. Ни один человек не пойдет в клуб, в котором нет наркотиков. Ты совсем отстал от жизни. А я все рассчитал. Никакого риска. Никакого риска. Где ты взял деньги? Мы за лето неплохо заработали. Значит, народ ходит в те клубы, где нет наркотиков. Или это было давно, я просто не знаю. Ну, травку иногда курили. Провинциальный уровень. Провинциальный уровень. Я живу в самолетах. Ты понимаешь? Я вот-вот стану главой региона. Я всех убираю на своем пути. А что мне делать с моим сыном, который хочет всю мою жизнь спустить в унитаз? Да делай, что хочешь. Какой нахрен ты мне отец? Тебе вообще насрать, чем я живу. Ты только умеешь что деньги заколачивать и морали читать. А ты морали читай своей жене, которая за твоей спиной трахается с твоим охранником. Бей! Бей! Чего ты еще умеешь? Ты готов его убить лишь за то, что он делает нормально свою работу. Ты думаешь, я все это выдумал? Ты про свой отпуск все понял? Теперь я все понял. Пошел вон отсюда! Ты пожалеешь. Убери это дерьмо. Что с этим делать, Геннадьевич? В море. Хорошо. Боря, я все слышала. Он поверил? Нет. Но потом он к этой мысли может вернуться. Да. Что нам делать? Ничего не делать. Думать. Держи. Что это? Неважно. Спрячь пока у себя. Что согласилась приехать, красавица? Я только танцую. Хорошо, дорогая. Они всегда в восторге. Ага. Отличная делка. Убогие в убогом городе. Она ничего другого и не видела. Пойдем, костюмчик выберешь. Смотри. Вот это, наверное. Ничего.
Как насчет приватного танца с переодеванием? Я ухожу. Все, все, все! Обещаю, больше не буду. Ну, нравишься ты мне. А ты мне нет. Выйди, я переоденусь. Бабок много. Ух, все. Я иду. Что, браток, очухался? Идиоты. Вы покойники. На кого руку подняли, козлы? Вы вообще знаете, кто я такой? Извини, мы приезжие. Мы в ваших раскладах не сечем. Развяжи меня быстро. Тут вокруг мои люди. Они вам бошки отрежут. Быстрее, чем вы вылетите отсюда. Может быть, я и не выйду отсюда. Но за свою жену я настругаю тебя мелкими кусочками. Какую жену? Я не понимаю. Ту, которую ты сбил на своем джипе. Никого я не сбивал. И вообще на джипе отца редко езжу. У меня тачка своя. Деньги мои где? Нет их. А где они? Арсену отдал за дурь. Это местный барыга. А дурь где? Медведев отобрал. Он ездит на джипе отца. Гарик, народ ждет звезду. Уже идем. Я пойду, а то там переполох поднимется. Все, пошли, а это уберем. Поговорим с ним в спокойной обстановке. Как выведем? Решим. Сука! Молчит. Тихо его. Ну-ка, давай. Все, я за Настей, жди на дороге. Thank you.
куда собрался? Мне еще кое-кого отблагодарить надо. Бару, ты чего? Тебя же сразу поймают. Мы сейчас поедем к Лешиной матери, переждем. Село как называется? Кирилловка. Кирилловка? Вот там вас и найду. Помоги, я ранен. Это ведь ты сбил цыганку. Помоги быстро. Так спокойно. Нет, спасибо. Отцу отзвонились? Да, вылетает. Ух, хорошо свой самолет иметь. Летишь куда хочешь, куда захочешь. У него не свой, арендованный. Ага, большая разница. Угу. По багажнику, это ты? Я по колесам. Там внутри ствол валяется. Сбросили. Да фильмов насмотрелись. Сначала из багажника издевались. Потом так добили. Может, оно и так. Почти как мечтал. Вернулся домой на Харлее с молодой женой. Зачем мотоцикл выключил? Ну а что всему свету знаешь, что я вернулся? Не та ситуация. Сейчас и так собаки брехать начнут. Давай здесь горочки толкнем, докатим. Ты уверен, что твоя мама дома? Ну а где же ей быть-то? Я думаю, что и проснулась уже. Давно не видел. Да лет 10. Ну ты и скотина. Какие вы, мужики, все-таки уроды. Прости. Дождалась все-таки. Слава Богу. А это кто? Жена? Это нет, это Настя. Мы по дороге познакомились. А жена или не жена, жить покажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Настя, Анастасия. Ну что ж, Настя, проходите в дом. Значит, я поехал к клубу. Посмотреть, как там идут дела. Увидел цыгана вот на этой машине. По трассе рванул за ним, вот нашел. Мотоциклиста тоже видели в клубе. Баба, которую Гарик привел, она тоже там была. Им, видимо, деньги нужны были. Она вообще подставная, понимаете? Его взяли, Гарика, для того, чтобы через него на вас надавить, понимаете? А ты что делал? Мне с Арсеном надо было разобраться. Ты должен был охранять моего сына. Да. Оберегать и охранять. А ты где был? Ты, Филиппов, ты будешь у меня пледей на набережной гонять. Козлы. Геннадий Анатольевич, что с вами? Доктора! Врача, быстрее! Мамонтов отличный специалист, сейчас подойдет. Состояние тяжелое, но стабильное. Успели вовремя. Думаю, что к вечеру наступит улучшение. Сейчас он спит, но через часок можете привести кого-нибудь из близких. Ему это будет полезно. Жена. Очень хорошо. Подождите здесь, я подойду через минутку. Угу.
Проснись. Я не хочу убивать тебя спящим. Проснись. Ты кто? Я тот, чью жену ты убил. Какую жену? Мою жену. Я тебя сейчас. Ну? Имя свое назовешь? Ой, парень, просто ты не очень понимаешь, в какой ситуации оказался. Это тебе не лоха на рынке охмурить или бумажник потырить. Тут мокруха. И сидеть за нее придется долго. И без гитары. И отмазать теперь тебя не за что. А Игорь Лазарев в багажнике твоей машины случайно оказался. Какой Игорь Лазарев? Который мертв. Я не убивал никакого Игоря Лазарева. Не убивал? А Гарику кто башку прострелил, а? В упор, а? Может быть, тот же, кто мне плечо? Ты у доктора спроси пульку, которую из меня достали, и сравни. Кто меня заказал? Успокойтесь. Отойди отсюда! Кто меня заказал? Успокойтесь, нельзя! Это нельзя! Я его заберу с собой. Я не могу вам его отдать. Это нельзя. Что? Он официально задержан. Это перебор. Ты это мне говоришь, Филиппов? Да я все про тебя знаю. Мы стоим в одной лодке. Вместе и подохнем. Ко мне домой. Сарафанное радио сообщает, будто дружка твоего цыгана Лазарь забрал к себе домой на допрос. Какой допрос? Сказывает, будто цыган укокошил сынка Геннадия Аркадьевича. Вот он его и пытает. Он же его прикончит. Вот и я об этом. Поручать друга надо, Леша. Замучить Лазарь его. А может, убил уже. Войдите. Слушаю вас. Мне нужен этот парень. По телевизору сказали, что он задержан. Вы кто такой? Это не имеет значения. Мне нужен этот парень, и я за него плачу. Родственник? Почти. А его у нас нет. Если у вас есть мобильный, напишите номер. Подумаем, чем можно вам помочь. Котик, что такое? Иди к себе. Быстро! Совсем крыша съехал. Просто неуправляемый. Господи, он нас всех угробит. Надо куда-то бежать. Куда? Я не знаю. У нас есть дом в Турции. Может быть, туда. Осмотримся. Чтобы осматриваться, нужны деньги. Сейчас. Алло, Арсен? Да, Медведев, узнал?
Скажи, Арсен, а не хочешь ли ты свой товар обратно за полцены вернуть? А, хорошо, обсудим при встрече. Ну, здорово, гонщик. Здрасте. Садись. Здорово. Слушаю. Послушайте, барон не убивал Гарика. Мы просто хотели забрать свои деньги и узнать, кто сбил его жену, и все. Там поднялся кипиш, и мы забрали его с собой. Его убил Медведев. Вы это знаете? Догадываюсь. А почему тогда не скажете об этом Лазарю? Потому что он не услышит. Мне тоже не все нравится в этом городе, но у меня связаны руки. Ты ищешь друга, я знаю, где он. Я даю тебе помощника, причем бесплатно. Это что за человек? Сатар. Сатар? У него в этом деле тоже есть свой личный интерес. Какая встреча. Рад тебя видеть, дорогой. Я тоже рад. Деньги принес? Конечно. Только позволь сначала товар посмотреть. Арсен, надо доверять людям. Я друзей не обманываю. Приятно было с тобой работать. Угу. Пока, дорогой. Погоди. Что еще? Алло, это я. Возвращаться сегодня не буду. Собирай вещи, документы. Выходи, как стемнеет. Машину не бери, поймаешь тачку на трассе. Буду ждать тебя в гостевом доме. Целую. Пошли, пошли! Цыган был. Говори. А то добью. В доме на втором этаже. Сколько в доме охраны? В доме два, плюс личная охрана. Все. Я тебя прошу. Я тебя по-человечески прошу. Скажи, кто тебя послал? Видишь, я пьяный. Я больше тебя не бью, не издеваюсь над тобой. Я просто хочу знать, кто ты и зачем ты появился в наших краях. Я ищу того, кто убил мою жену. Жену? У тебя убили жену. Да, сбила машина. Это была твоя машина, ты был за рулем. Нет, парень. Во-первых, я не сижу за рулем. У меня есть водитель. Во-вторых,
Я ничью жену не убивал. Других убивал. Жену нет. Здесь цыган. Давай ее помянем. Ты выпьешь? Нет. А, да. У тебя же наручники. А я выпью. Ну, слава богу, ты живой. Это что, не понял? С тобой никто не разговаривает. Слава богу, я могу выпить. Где моя жена? Ее больше нет. То есть как нет? Она мертва? Ее сбила машина. Я ничего не убивал, клянусь. Где ключи от наручников? В кармане пиджака. Два дня назад вечером кто был за рулем твоего джипа, три семерки? Без понятия. Спросите у начальника моей охраны. А я устал. Ничего не хочу. Я выхожу из игры. Я устал. Моего мальчика больше нет. Где начальник охраны? Спросите у Вики, она лучше знает. Ищите ее. Сопляк, ты украл у меня жену и не смог ее сберечь. Ты что, куда поползал, что ли? Пошли, надо найти Вику. Жилистые ребята, как я посмотрю. Ты сбил мою жену. Это была моя жена. С моей женой. С ума вы сошли из-за этой девки. Нет! Может, хватит, а? Ты можешь убить меня и его, но Раду ты все равно не вернешь. У каждого своя судьба, ей такая выпала. Лишняя смерть никого счастливее не сделает. Ты его друг? Ну, получается так. Он любил ее, он на смерть из-за нее пошел. Ты прости его, и Бог простит тебя, если ты, конечно, в Бога веришь. Зачем мне теперь жить? Если Бог сделал тебя живучим, значит, для чего-то нужно. Баро говорил, что ты заговоренный. Проверю. Или так.
все, кажется, приехали. Пошли. Посмотри там что. А у тебя там? Пусто. О, смотри, мои деньги нашлись. Ничего себе. Держи. А во втором что? О, смотри, кокаин или героин. Передаем экстренное сообщение. Сегодня в нашем городе был убит кандидат в мэры Лазарев Геннадий Анатольевич. Вместе с ним погибли его жена Виктория, сын Игорь и начальник личной охраны Медведев Борис Сергеевич. Подозреваемые в совершении преступления Порохов Алексей Юрьевич и Афанасьев Баро Александрович объявлены в федеральный розыск.